Это туринга, да, багер? Ну да. А ладно, Антон, тут только ну и что, нормально? А. Ну, ну, вполне вообще за эти деньги. Сколько он? 1005, наверное, да? 119 понятно, баксов, она голая. Ну как, я докупал аккумуляторы и... Ампл. И ампл, да. Все, собственно, а все остальное было. Ну она как, живет, ну, я имею в виду? Да не очень. Уже вот там, этот амарта уже нету. Вот этого нет уже амарта. Ну я заказал сейчас металлическую. А на скольке она? Что у нее вообще там? Какой мотор? 3300. 3300? Да. А и на скольких банках? Она ездит и на двушке, и ну, на трешке. Ты на трешке, наверное? Не, на двушке. На трешке курс съедает вообще, и бывает регулятор горит. А регуль какой? Тоже там был какой-то штатный, да? Или 60 ампер? Открой, да, я ее. Такой он, да. Там все просто. Ага. Давай сюда. Ну, короче, не очень она выносливая, да? Не, ну я уже сейчас еще сколько она? 1005 положу в нее, она будет нормальная. Я колеса новые заказал, потому что эти вон они, кривые все. Ну, из завода шли такие. Ну да. Убогие. Ну да, в общем, за такие деньги. Да, за эти деньги. Не, ну она как бы устраивает. У тебя, смотри, почему у тебя приемник красным горит? А потому что выключен. Я не включал. Что есть тут такая вот херня? Ух ты. Ты уже сам сделал, да? Ну да. Для этого у меня там треска. Можно? Отдельно, да? Сейчас потемнее будет. Вот это. Хулиганит. Резину надо зажечь просто.